Друзья, всем привет! Сегодня тема синкопа. Недавно одна моя ученица, такая с фундаментальным, достаточно классическим образованием, сказала: Марина, у вас нет упражнений на синкопы, чтобы вот развивать, так сказать, импровизацию. Ну, у меня упражнений таких не было, но я решила, что это хорошая мысль. Потому что действительно синкопа – это, ну, в каком-то смысле наше все. Джазовая музыка без синкопа – это, ну, такое, как бы, скорее поп-музыка, да? Вот. Значит, кто не знает, что такое синкопа – это смещение акцента с первой доли. Так, если очень примитивно. Да, вот, ну, на примере вертушки. Вертушка, которая в первом джаз-уроке была, там вот до 13, ля минор 7, ре минор 7, соль 7. И внимательно здесь считаем, потому что здесь это будет важно. То есть это у нас два такта, и вот эти аккорды играют с половинками. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. И советую также эту вертушку играть и в других тональностях. Естественно, не только в до мажоре, а в фа, си бемоль, в соль. Ну и для самых таких дотошных в ми бемоль мажоре. Вот, но сейчас показываю в до. Значит, вот она простая синкопа. Значит, видите, восьмая четверть, восьмая, вот, и смещение у нас идет. Но это, как бы, во-первых, это одно звено, да, то есть она короткая. Во-вторых, в импровизации, в джазовой не принято начинать одновременно импровизацию левой и правой рукой. Поэтому мы можем на первую восьмую сделать паузу и играть только четверть и восьмую. Вот. Но и это тоже, как бы, ну, не очень весело, так скажем, да? Вот, то есть короткие синкопы использовать надо, но если уж вы хотите уделить внимание именно этому приему, да, синкопированию, вот, я вам советую отрабатывать длинные синкопы, то есть которые, как бы, то есть начинается синкопа, и она может там идти до бесконечности. То есть в нотах это отображается тем, что там, там предыдущая нотка залеговывается последующей, и получается такая, как бы, цепь смещений, да? То есть, значит, самое простое можно брать четвертями в правой руке, то есть практически на вторую четвертую. В медленном темпе это звучит скучно, но если вы будете отрабатывать быстрый темп, то тут будет над чем поработать. Вот. Можно такое использовать, и тип, но чаще всего встречается. Вот я имею в виду длинные, когда синкопы играются, это чаще всего, ну, как бы, получается, по две восьмых, что ли, да? Да, то есть восьмая, получается, это четверть, но ее просто не держат. То есть обычно играют восьмая, опять восьмая, пауза, восьмая. Сейчас. Можно здесь темп ускорять, будет очень даже прикольно. Да, ну, и
конечно, до бесконечности синкопу играть не будете, вот, и потом, как бы до какого-то момента, насколько вас хватит играть эту синкопу, и потом завершайте каким-то ходом, там, восьмыми, например, или четвертями. Вот, вроде бы я все вам сказала. Значит, если вам нравятся мои джаз-уроки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до следующих занятий. Всего вам доброго.